Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вместе с вами посетить магазин Fix Price. Наконец-таки он нас порадовал новыми коллекциями, поэтому я хочу вам все показать, все вам рассказать. Обязательно пройдемся еще по новинкам в других отделах. Я нахожусь по адресу город Минск, Волгоградская, 4, вблизи станции метро Московская. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной до конца. Всем желаю приятного просмотра. Итак, давайте начнем с первого товара. Обнаружила вот такой набор для украшений праздничного торта. Цена его 4 белорусских рубля. Посмотрите, как это все должно выглядеть. Смотрится, в принципе, очень даже неплохо. По расцветке есть вот такой вот серебристый и есть разноцветный. Давайте еще немного пройдемся по школьной канцелярии. Появилось немножечко новинок. Значит, набор ластиков, состоящий из 4 штук. Они такие яркие, сочные. Значит, есть вот такой вот салатовый. Есть с лимончиками. По скидочной карте всего лишь 2 рубля 55 копеек. Далее вот такие симпатичные калькуляторы, что очень удобно. У них такие большие кнопочки. Стоят 12 рублей. Производство Китай. Перьевая ручка 3 рубля. И еще одна новинка – это масляная ручка для правописания. Стоимость ее также 3 белорусских рубля. А еще в Фикспрессе появились вот такие интересные обложки. Мне кажется, вообще они смотрятся очень клево, особенно для мальчишек. Значит, 20 штук упаковочки, цена 2 белорусских рубля, и это производство Россия. Также здесь появились наборы двухцветных гелевых ручек. 6 штучек упаковочки, стоимость 4 рубля, производство Китай. Итак, друзья, встречайте новинку из новой потрясающей коллекции. Это вот такое искусственное растение в плетеном горшочке. Оно идет подвесное. Цена его 12 рублей. Страна-изготовитель Китай. Также из нового ассортимента появился вот такой симпатичный аромадиффузор в тубе. Объем его 100 мл, производства Китай. Цена 12 рублей. В наличии имеется несколько вариантов аромата. Также из нового ассортимента появилось очень симпатичное декоративное зеркальце. Оно идет подвесной, и цена его 7 рублей. Производство также Китай. Следующая невероятная новинка в магазине Fix Price. Это вот такая ароматическая свеча в стеклянной бутылке. Очень стильно, очень лаконично. Стоимостью 7 рублей. Производство Китай. Также, посмотрите, есть аромат пиона и есть аромат океанского бриза. Далее из новой коллекции в продажу поступил вот такой декоративный подсвечник в стеклянной колбе. Изготовлен из нержавеющей стали и также стекла. 9 рублей. Производство Китай. И еще одна новинка из новой коллекции. Это вот такая декоративная стеклянная бутылочка. Стекло очень плотно и цена всего лишь 6 рублей. Также производство Китай. Так, еще из новинок появилась вот такая подвесная декорация. Это ловец снов. К сожалению, цена в данном магазине отсутствует. Думаю, стоит в районе 4 белорусских рублей. В детском отделе у нас также появилось немного новиночек. Вот такой игровой набор досочки Сигена. Если правильно поставила, конечно же, ударение. Цена его 6 рублей. Здесь нужно, в принципе, вот такие маленькие фигурки ставить в рамочки. В принципе, очень даже классная находка для детишек от 2 до 3 лет. Далее, по очень выгодной цене можно приобрести огромную настольную игру. Размер ее 100 на 70 сантиметров. Это производство Россия. Цена 4 белорусских рубля. Также в продаже появилась популярная игра «Крестики-нолики». Цена ее также 4 рубля. Набор для творчества. Магниты из полимерной глины. Цена 3 рубля. Производство Китай. Небольшой набор асфальтных мехов. 6 штучек в наборе. Цена также 3 рубля. Производство Россия. Еще в Фикспрайсе очень выгодно приобретать художественную литературу. Кстати, в данном магазине имеется книга от знаменитого, мне кажется, психолога Михаила Лобковского. Цена ее 7 рублей 78 копеек по скидочной карте. Так, еще из детского ассортимента появились вот такие книжки с переводными картинками. «Древний мир». Цена, к сожалению, здесь отсутствует. Думаю, стоит в районе 2 либо 3 белорусских рублей. Еще в Фикспрайсе из канцелярии появился вот такой антискользящий коврик габаритами 68 на 40 сантиметров. Есть несколько вариантов расцветки. Это производство Китай. Цена его 9 рублей. Небольшой детский кошелечек производства Китай. Стоимость 7 рублей. Также в наличии имеется несколько вариантов расцветки. Сумка производства Китай. Цена 12 рублей.
Так, еще, девчонки, кто следит за трендами? Знаю, сейчас очень популярны вот такие вот шпилечки. Оригинал стоит очень дорого. По крайней мере, в магазине Fix Price появилась копия, причем, что очень бюджетная. Данные шпильки очень хорошо крепятся на волосах. Они не спадают, даже если у вас шелковистые волосы. Цена за один набор, стоящий из 5 штук, всего лишь 4 рубля. И это производство Китай. Берите на заметку, я себе обязательно приобрету. Заколочки для маленьких леди 2 рубля 50 копеек. Есть еще вот такой интересный набор, цена 2,50. Также в наборе идет 6 штук. И еще один очень симпатичный набор стоит 2,50. Ну что, мы с вами немного передвигаемся в другой отдел. Бумажные полотенца от бренда Фамилия. Двухслойные, три рулона в упаковочке. Цена 3,50. Витамин и шампунь, который подходит для любого типа волос, производство Беларуси. Цена 5 рублей, масса 925 грамм. Шампунь для волос от бренда One Care объемом 400 мл, производство Россия, стоит 4 рубля. От бренда Белита в продажу поступила новая линейка под названием Коластин. Антивозрастная, крем для лица, для увлажнения и лифтинга. Масса 100 грамм, стоит 3 рубля 40 копеек. Вот такая увлажняющая маска для лица от Белкосмик, стоит 4 рубля 25 копеек по скидочной карте, массой 60 грамм. Дезодорант Мисти объемом 200 мл, производство Турция, 4 рубля 60 копеек. Еще из новенького ассортимента в продажу поступил вот такой тонизирующий охлаждающий гель для ног, цена его 2 рубля, и это производство Россия. А еще для тех, кто не смотрел мои предыдущие видеообзоры, в продаже имеются вот такие кремушки для ног. Первый вариант идет на увлажнение, второй на питание. Цена их по 3 рубля, объемы по 200 мл. Производство Россия. На акции можно приобрести зубную пасту Blender Me Trade White. Объем ее 100 мл. Производство Китай. Цена 5 рублей и 10 копеек. Детское мыло от бренда Невская косметика. 4 кусочка массами по 100 грамм. Стоит 5 рублей. Также на акции можно приобрести детский гипоаллергенный стиральный порошок массой 500 грамм, производства Беларусь, цена 5 рублей 95 копеек. Средство для мытья посуды «Янтарь» с ароматом апельсина, производство Беларусь, объем 540 мл и цена 3 рубля. Еще из новинок появилось средство от Nagi Pichistin Effect 2 в 1, масса 500 грамм и цена 3 рубля, производство Россия. Огромная упаковочка ватных дисков Котте. В упаковочке находится 180 штук, производства Россия. Цена 4 рубля 50 копеек. Мицеллярные салфетки для снятия макияжа Aqua Viva. 1 рубль 60 копеек за упаковочку, состоящую из 15 штук. Так, еще, девчонки, берите на заметку. В Fix Price можно очень выгодно приобрести вот такие женские спортивные топики. Цена их всего лишь 7 белорусских рублей. Производство Россия. В составе у нас идет 55 полиамид, 37 полиэстер и 8 эластана. На ощупь они очень-очень даже приятные. И так как уже наступили холода, я обязательно решила посмотреть, что у нас новенького в отделе носочков. Итак, женские носочки, производство Китай. Цена 4 рубля, очень-очень мягенькие. И в составе у нас идет здесь 86 акрил, 13 полиэстер и 1 эластан. За 4 рубля можно приобрести еще вот такие очень плотные женские носочки. Давайте посмотрим, что у нас здесь в составе. И в составе у нас здесь 82 хлопка, 12 полиэстера и 6 эластана. Вот такая пластиковая корзина, имеет диаметр 23 сантиметра. Производство Китай. Цена 3 рубля. В продаже имеется 3 варианта расцветки. А еще здесь появились очень симпатичные металлические баночки. Они идут овальной формы, объем 1,5 литра. Стоимость их 6 рублей. Производство Китай. И вот такая квадратная банка имеет объем 1,2 литра. Цена ее 4 рубля 60 копеек. Так, девчонки, посмотрите на эту прелесть. Металлическая корзинка с деревянной ручкой, двухъярусная. Отлично подойдет для хранения фруктов, либо тех же самых специй, не знаю, хранить всякую всячину. Цена ее всего лишь 9 рублей, и это производство Китай. Также из данной серии имеется вот такая корзина для фруктов. Цена ее 7 рублей, также производство Китай. Так, ну еще третий вариант из данной коллекции. В продажу поступила огромная кухонная корзинка. Я надеюсь, что уже доставать вам не буду. Вы и так поймете, что она действительно имеет огромные размеры. Кстати, по размеру 30 на 25,5 на 19 сантиметров. Изготовлена из нержавеющей стали и цена ее всего лишь 12 белорусских рублей.
Пройдемся мы еще с вами немного по гаджетам. Наушники с микрофоном, производство Китая, цена 14 рублей. Светодиодный фонарь, работающий от 3 батареек типа 3А, в комплект они не входят, производство Китая, цена 9 рублей. Так, еще из нового ассортимента в отделе посуды я обнаружила вот такую стеклянную минажницу, 4-секционную, диаметр ее 24 сантиметра и цена 7 рублей. Фаянсовая бульонница имеет объем 600 мл, цена ее 3 50 копеек. В продаже имеется в такой нежно-фиолетовый и есть еще зеленый вариант. Стеклянная жаропрочная миска, кстати, стекло действительно очень-очень такое толстое, диаметр ее 17 сантиметров, производство Китай, цена 6 рублей. Вот такая форма для выпечки имеет размер 29,5 на 18 сантиметров, цена 9 рублей. И вот такая овальная форма для выпечки размером 26 на 18 сантиметров стоит всего лишь 7 рублей. Так, еще, девчонки, посмотрите на эту красоту. Это не новинка, где-то я уже ее снимала. Значит, посмотрите, очень качественные баночки для сыпучих продуктов. Можно здесь хранить пасту, не знаю, всякие крупы. 9 рублей, объем 1,1 литр. Стеклянная бутылка с дозатором выполнена тоже очень качественно. Цена 9 рублей, объем 530 мл. Еще одна находка, бутылка спрея для масла, имеет объем 100 мл. Производство Китай, цена 4 рубля. Фаянсовая тарелка диаметром 20 сантиметров, производство Китай, цена 2 рубля 20 копеек. Так, еще здесь можно приобрести вот такую замечательную емкость для масла. Объем ее 560 мл и цена 9 белорусских рублей. И вот такая потрясающая баночка. Кстати, в комплекте еще идет деревянная ложечка. Объем ее 900 мл, цена 9 рублей. Банка с замком имеет объем 1,6 литров. Производство Китай. И цена ее уже 9 рублей. И вот такая интересная пиала бол, изготовлена, кстати, она из керамики, объем 750 мл, производство Китая, цена 4 50 копеек, она очень тяжеленькая, увесистая. По расцветке в магазине имеется вот такой бежевый вариант и есть еще желтенький. Так, посмотрите, что я обнаружила, набор для творчества детский, это кружка-раскраска, производство Китай. Так, есть, значит, серия «Щенячий патруль», есть вот с тачками, «Холодное сердце» и цена за такую вещь 12 рублей, производство Китай. Кружка объемом 350 мл, производство Россия, цена ее 6 рублей. Так, еще из новинок появились вот такие классные кружечки с крышками. Объемы их по 420 мл. И цена за такой набор, вы не поверите, всего лишь 6 рублей. Ну, еще один потрясающий набор. Это кружечка объемом 250 мл. И блюдце диаметром 15 см. Цена за такой набор 7 рублей. И это производство Китая. Значит, есть интересные такие названия. Надписи, значит, «Бери и делай». Есть еще «Загадай желание». И «Доброе утро». Четырехгранная терка размером 21 на 1 сантиметров, производства Китай, стоит всего лишь 6 рублей. А еще в продажу вновь поступил вот такой набор. Это мерный стаканчик с 5 мерными ложками. Я такой приобретала, наверное, года полтора назад. Цена его 3 рубля, и это производство Китай. Небольшая навесная корзинка на крам, изготовленная из пластика. Производство Россия, цена ее всего лишь 2 рубля. Так, для ванной комнаты в продажу поступил вот такой набор, стоящий из 3 контейнеров. То есть здесь для зубных щеток есть, наверное, дозатор для жидкого мыла, ну и просто сама подставка. Цена за такую вещь, изготовленная из матового такого дымчатого пластика, 6 рублей. Есть такой серый вариант и есть еще голубой. Ну и напоследок мы, как всегда, с вами пройдемся немного по вкусняшкам. Сдобное печенье массой 180 грамм. Производство Россия. 1 рубль 50 копеек. Злаковое печенье шоколада массой 150 грамм. Стоит 1 рубль 50 копеек. Венские вафли со смородиной от Акулычев массой 100 грамм. Производство Россия. Стоит 2 рубля. Ну и последний товар на сегодня – пирожное сэндвич Барни массой 180 грамм, производство Польша. Цена за такой набор всего лишь 6 белорусских рублей.
На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина Fix Price в городе Минске подошел к концу. Если вам видео оказалось полезным, то обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня очень часто выходят видеообзоры на различную тематику. Также не забывайте подписываться на мой TikTok. Все новости, все классные скидки акций там выходят намного-намного быстрее. Я, как всегда, по традиции желаю вам приятных, а главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи. Пока-пока.